В Твери на территории военного городка номер 84 полным ходом идет строительство нового комплекса зданий Тверского Суворовского военного училища. Первый этап работ планируется завершить к 1 сентября 2020 года, второй еще ровно через год. К началу следующего учебного года обучение суворовцев планируется организовать уже на новом месте дислокации. В настоящее время на объекте уже завершены работы по устройству фундамента, стен и колонн монолитного железобетонного каркаса здания, кладки наружных стен и устройство кровли. Строители занимаются утеплением фасада и устройством внутренних перегородок. Также возводится здание столовой на 620 мест и спального корпуса на 320 мест. Начата работа по строительству медицинского пункта и КПП. Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского-Суворовского военного училища, напомним, состоялась 21 февраля 2019 года. Участие в церемонии тогда принял губернатор Тверской области Грудыня, заместитель министра обороны России Тимур Иванов, а также выпускники училища, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. Сердце сжимается. Мы долго ждали этого дня. Все условия для воспитания, для учебы молодых ребят, которые будут золотым фондом российского офицерства.